Диана Арсоева уже 34 года работает на станции скорой медицинской помощи. Родилась и выросла в Цхинвале. После окончания 12-й средней школы поступила в Таджикский государственный медицинский институт. В 1990 году начала работать врачом скорой помощи и с тех пор верно служит своему народу. По ее словам, работа тяжелая, но в конце смены приходит осознание того, что ты спас чью-то жизнь. Женщина, значит... Можно сказать, что она уже не то что агонировала, она уже была, можно было констатировать смерть на месте вот этой женщины молодой. И, значит, я когда ни пульса, ни дыхания уже не было. И тогда я, значит, опять-таки вот быстренько я говорю медсестре, быстро давайте начнем реанимационные мероприятия. И после всех вот наших, после нашей терапии, значит, там и дыхание появилось, и сердцебиение, и, конечно, мы быстренько отвезли в больницу. И сегодня же она, эта женщина живая, когда я ее встречаю, она меня всегда благодарит, особенно ее сын. Когда он меня видит, он постоянно останавливается и говорит мне спасибо большое. Медики скорой – это люди, от которых зависит жизнь человека. Работают в любое время, в любых обстоятельствах, в любую погоду. Так и живут с чемоданом в руках, порой без обеденного перерыва и отдыха. Диана вспоминает ритм работы во время коронавируса, когда по 10 дней круглосуточно находились на рабочем месте. Целую неделю безвылазно я работала. Одну неделю. Я уже на ногах не стояла, я уже просила. Кто-нибудь из ваших коллег заразился во время работы? Да, да, у нас коллега наша умерла. У каждого из врачей и фельдшеров скорой помощи есть свои семьи, дела, проблемы. Но все уходит на второй план, когда слышат «бригада на выезд». Что бы ни случилось, как бы им тяжело ни было, они быстро собираются и едут на вызов. Едут оказать помощь, поддержать, спасти. Значит, у нас очень хорошие доктора, я знаю, у нас очень квалифицированные доктора, которые тоже постоянно, значит, оказывают помощь. Я им пожелаю здоровья, всех благ. Самое главное – здоровья. У Дианы Арсоевой буквально месяц назад женился сын. И мы желаем ей прекрасных, самое главное – здоровых внуков. Оксана Джоева, Арсен Гасиев, ГТРК ИР. Информационный выпуск сегодня.